Всех приветствую, не теряем скилл в империи пазлов. Сегодня у нас такая атмосфера площадки спортивной, шумно. Ну и удалось записать такой вот видос, если он выйдет, конечно же. Что у нас тут, война вовсю начинается. Соперники известны, британцы. Путь доблести мы пока что тянем. Ну и самое интересное, вот этот вот турнир. Два поражения. В обороне пока что одно. 4800. Вот такие команды вчера вообще не зашли. То есть вы, если посмотрели второй день, вот сегодня третий, вот эти команды практически вообще неуничтожимы. Вот, поэтому тут, в принципе, надо брать желтый командный, так скажем. И вообще по-хорошему надо брать красных. То есть, чтобы сносить вот эту фрик. Кобальт еще здесь. Все вообще и зеленых. И Ян Май здесь. Бера, конечно, тоже опасно. Вот, короче, я в раздумьях. Поэтому я возьму вот такой вот состав. Если зайдет, то зайдет. Нет, так нет. Ну, на уклонение здесь. Так, что мы здесь? Пятерку можем с вами соорудить? Не можем. Пятерку не можем, зато можем зеленью пока что душить. Бера здесь уже готова. Мотыльки. Фрик здесь уже готова сейчас ультовать. Да, сложная ситуация, но может быть и надо было не зеленых брать. Ну, я говорю, против такой команды здесь никогда не подгадаешь. То есть, можно было и фиолы взять, можно было и зелень. Давайте попробуем все-таки зеленью поддушить, если не приходит. Ну, понятно, здесь все это сливной, потому что 4800 ни разу еще я не пробивал ни одной из команд. Ладно, давайте дальше. Еще есть одна попытка. Выкупаться сразу скажу, не буду. Синие. Давай с желтыми. Оставимся вот так же. Ну, вот так под душем. Поехали. Синие присутствуют. Желтых можно вот так задрать. Если сейчас синие не пришли. Это тоже, наверное, сливной. Ну, решила у нас система слить. Возможно. Посмотрим сейчас Ханна. Там Ханна и Дрейк Фонг. Сильно. Дрейк Фонг тоже даст сейчас минус. Минус тело, минус магнит. Ладно, мы, может, сейчас собакой успеем забрать кого-нибудь. 50%? 50, по-моему, есть. Меньше 50, есть пробитие. Так. Ситуация, конечно, сложная. Не хочется, с одной стороны. Ну, там магний уже готов. Ультануть.
дед. Так вот, если попробовать, не, конечно, не добить. Ну, в Дрейка строчку камней вообще ни о чем. Ясно все. Вылетели мы с турнира на третий день, к сожалению. Ну, давайте тогда, чтобы как-то насыщенно было. Я даже не знаю, что в этом видео еще добавить. Титаном можно лупануть. С горем пополам. С горем пополам побьем титаном. 3 часа осталось. Конечно, надо будет кого-то в помощь брать. Ну, камней нету, все как надо. Сегодня вообще какой-то бескаменный день. Иногда прям, знаете, сыпет. Вообще поляну не остановить. Сегодня как-то и на турнире с комбо грустно было. Да и вообще. Обидно стало за такие поражения. Да, ну вот первый день на ура прошел. Второй, ну, уже начали меня подсливать. Но вот сегодня третий, это, конечно, трындец. Слов нет. Как настолько все может быть плохо. Мы ровно половину ему сняли. Так, 271 тысяча. Ну, если до 200 сейчас удастся нам подснять, то, конечно же, будет шикарно. Ну, вроде сейчас поляна неплохая. Срез брони. Так, пятерки я не наблюдаю. Под срезом мы нормально ему сбиваем. ХП 5 вошла. 1, 2, 3, 4, 5. 70 тысяч ему, конечно, мы, наверное, не снимем, но почему бы нет, не попробовать. Вот фиолетовые раз зашли, 2 зашли. Нет, заходит камню. 27 секунд. 70 мы взяли, ну и в принципе, да. А можно немножко кататься? Да. Итого, итог, получается, 70 тысяч набили. Так, 200 косарей. Ну, сейчас мы народ позовем. Я пока поставлю на паузу. В общем, пока народ подтягивается, не знаю даже. Прокачиваем здесь персонажей в лагерях героев. Призыве. Не знаю, хочу ли я или не хочу этого типа. Он медленный. Ну, ждем, в общем, ивентов. Можем пока испытание силы бахнуть. Вот здесь у нас Абакан есть на прокачку. Юнан еще подоспеет потом. Вот, будет шикарный вкач героев. Ну, Юнана, я думаю, что на следующей неделе выкачаю уже, 68-й.
Вот, что еще? Красных. Ну, на 3,70 посадим. Буленбурсти качается, дивана в процессе. Вот, так что все под контролем, так скажем. Ну, вкачаны у меня большинство все-таки персонажей. Думаю, потом Фенрира начнем качать на лычке, в талантах вот в этих. Слом пока что я не буду делать, подожду, пока выкачаются все сейчас. Вообще хотел на желтых сделать на Урея, посмотрел, у многих топов он разлимиченный стоит уже. Возможно, что будем пробовать его, так сказать, зашуровать. Ну, я думаю, что каждого цвета надо разлимиченных. Четверок смысла нету, а вот прокачивать пятерок, чтобы команду, так скажем, на 4800, 4700, вот на такие выводить в дальнейшем, можно. Можно попробовать, чтобы уже конкуренцию давать неплохую героям и игрокам, соответственно. Вот. Ну и мы сейчас проколотим здесь, заработаем эмблемок. Также хочу отметить, что у меня копятся в алхимии осколки, алхи осколки. То есть подкопим 1000, 15-20 и сделаем открытие. Хотел, конечно, на какое-нибудь крутое число подписчиков, типа 400. Наверное, все-таки не наберем. Я как бы особо-то за этим не гонюсь, но приятно, когда идет активность, рост на канале. То есть люди интересуются, подписываются. Так скажем, времяпрепровождение у них проходит в компании. С приятными видеосюжетами. Также делитесь вашими достижениями как в пазлах, так и в других каких-то проектах. То есть, ну, различные есть у нас тематики, то есть не обязательно, что что-то одно, не обязательно, что под одним видео, которое вы смотрите, надо что-то писать. Вы можете под любым видео написать на любую тему по любой игре, которая присутствует у нас на канале. Да и предложения тоже рассматриваю, всякие различные от вас. То есть открыт для общения, пожалуйста. Ну и самое, конечно, такое, это не удалять сообщения. То есть, если какое-то сообщение от вас было, то просьба не удалять, потому что я все-таки хочу прочесть. Ну и что-то, может быть, с вами обратную связь какую-то иметь. Кто к нам не заходит, но я думаю, что мы как-нибудь его все-таки одолеем. На этом все. Всех благодарю за просмотр. Всем приятного дня. Пока-пока.